Всем привет! Меня зовут Ксюша, и я приветствую вас на своем канале Velvet Rabbit. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых мастер-классах. Напомню, что на моем канале вы найдете подробные уроки по созданию зайчиков, кроликов, мишек и одежды для них. Я подготовила новый мастер-класс по вязанию кролика, вот такого замечательного. Я связала их в двух вариантах. Вы, наверное, уже обратили внимание, что они отличаются. И отличие это им придает диаметр глаз. Я сейчас буду вам рассказывать о материалах, которые нам понадобятся для вязания этих потрясающих кроликов. И начну я с пряжи. Я использую Himalaya Velvet. В данном мастер-классе я вязала кроликов оттенком 942. Бежевый оттенок. Нам потребуется 2 мотка пряжи. Холофайбер. Я очень плотно набиваю игрушки и всегда беру с запасом. 150 грамм. Конечно же, нам понадобятся глазки. У кролика в зеленом снуде я использовала глазки диаметром 1,6 сантиметра. А у кролика в красном снуде глазки 1,2 сантиметра. Небольшой отрезок пряжи для бровей. Пряжа для носика. Я использую для вышивки носика вот такую пряжу. Alize Softy Plus. Оттенок на экране. Прочная нить для утяжки. Пряжа для снуда. Я использовала Газал Бэби Котон. Иголки, булавки. Ножницы. Счетчик рядов. Сантиметр. Конечно же, крючок. Кролика я вязала крючком номер 3. И при необходимости спицы для вязания снуда, если вы выберете вариант вязать снуд платочной вязкой. О необходимых материалах для создания вот такого кролика я вам рассказала. Еще раз хочу вам показать, как выглядит мордочка с глазками 1,2 сантиметра. Тонировку я, кстати, выполняю тенями, обычными тенями для глаз. Также можно использовать сухую пастель. Обязательно посмотрите отдельное видео по тонировке игрушки. Выбирайте вариант, какой вам больше всего нравится, с большими глазками или маленькими, и жду вас на своих видеоуроках. До встречи!